День первый. Команда American Chopper начинает готовиться к Дайтоне. Но у Пола-младшего и Пола-старшего возникают небольшие трения из-за новичка. Вопрос в том, продержится ли новенький до конца рабочего дня. Сегодня у новичка первый день в компании American Chopper. И Пол-старший постарался сделать так, чтобы отдыхать было некогда. Где Гекс? Гекс обедать поехал. Он сейчас либо у Ирмы, либо в кафе Тупик, либо в Яйцеголовом. Гекс у вас? Не-а.
Детектив Тулов, мне только что позвонил Поля и сказал, что ты меня ищешь. Дай мне список деталей, отвези меня в мастерскую. Спасибо, что подбросил. Я все соберу и через пару часов отправлю.